Викторию Воропай, директора по развитию РКФ. Именно она будет вручать главный приз. Топ. Лучший питомник России. Лучший заводчик Российской кинологической федерации. Встречайте! Просто хаски, проходя мимо своими хвостами, мне все записи здесь перевернули. Так что уж, дорогие друзья, извините за накладку. Итак, первое место. Питомник Биглей. Симон Лэнд. Мария Семенова. Москва. Давайте погромче, погромче. Хаскам-то как аплодировали. Итак, торжественный момент. Виктория Воропай вручает главный приз лучшему питомнику России. Аплодисменты, давайте. Вот, вот это по-нашему, вот это поддержка. Дорогие друзья, посмотрите, посмотрите, какие красивые собаки, какие замечательные люди. Вот он, цвет российской кинологии. Громче! Еще громче! Молодцы! Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас. Я восхищаюсь вами и вашими собаками. Спасибо вам огромное. Так. Огромное спасибо лучшим питомникам России. Круг почета. Под ваши бурные аплодисменты перед вами лучшие селекционеры, лучшие заводчики, лучшие владельцы питомников. Вообще-то чемпионы уходят под аплодисменты. Виктория, спасибо вам огромное.